научиться работать с самыми важными программами, распечатать документ и даже разместить информацию на сайте, зайти на портал госуслуг. Все это можно освоить и в более старшем возрасте. Московская районная организация ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов откликается на веяние времени. Проводится огромная работа с подрастающим поколением. Члены организации участвуют в различных мероприятиях всероссийского, республиканского и городского масштаба. На этот раз активисты серебряного возраста изъявили желание участвовать в конкурсе «Бережливая инициатива». И тут улыбнулась удача. На реализацию проекта было выделено свыше 400 тысяч рублей. Мы на территории Московского очень плотно взаимодействуем со всеми советами ветеранов. У нас более 20 первичных ячеек есть. Мы проводим массу мероприятий патриотической направленности. И вот Совет ветеранов в лице председателя вышел к нам с инициативой подать на грант. Мы, конечно же, оказывали им и техническую, и методическую помощь. Этот грант был разыгран госкорпорацией «Росатом» в рамках реализации проекта «Эффективный регион» при поддержке правительства Чувашской Республики. И оператором этого проекта выступил фонд гуманитарных инициатив «Соработничество». Теперь будет гораздо удобнее обращаться в различные государственные органы при помощи услуг и сервисов. Сегодня подать заявление или обращение при помощи современных технических средств доступно, удобно и экономит время. Так что это очень полезно. Ведь не все владеют компьютерными знаниями, умеют обращаться с гаджетами и смартфонами. Если мы раньше до этого писали ручкой, на блокнотах, вручную, все мероприятия записывали, теперь в рамках данного проекта мы будем это все делать на компьютере. Будем распечатывать свои мероприятия, вот фотографии распечатывать мероприятия, где мы участвуем. Значит, будем там свои писать, новости выкладывать на нашем сайте, который у нас создан в рамках данного проекта. И ветераны очень хотят научиться на компьютере поработать. Инициаторы социально значимой программы планируют провести мероприятие по основам работы с компьютерной техникой, рассказать о безопасной работе в сети, а также сформировать электронный путеводитель по основным инстанциям нашего региона. Это еще раз говорит о том, что года не беда. И сейчас самое время осваивать новые знания, умения и навыки. Елена Яковлева, Антон Небытов, «Жизнь столицы».